Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, канал Boy Games. Продолжаем проходить New Story 2. Так. Скоро апгрейды. Ну как скоро? Не у всех, конечно. Ладно, погнали. Деньги 3000. Открывай. Опять монах, блять. Как же заебал, а? Ну куда деваться? Ублюдки всегда есть везде. Так было бы неинтересно. А не жирно ли тебе будет, блять, ебучий яха? Да отстаньте от Феникса, блядь. Понятно. Я реально боюсь этого мага. Не мага, точнее, а этого. Монаха. А ты как думал? А ты как думал? Срать на этих големов, иди сюда. Есть. Не ходят хиллеры, блядь. Не ходят. Ну один хотя бы. Вот урод, а. И не отошел, прикинь. Суки.
Жалко магичку. Надо успеть. Третий. Это глупо, но я хочу ее изберечь. Все, все походили они. Так, тебя надо тоже сносить, ты бесишь. Лучницу жалко, конечно. Ай, блядь, ну мудак, да, мудак. Ай, ну что я делаю, блядь, тороплюсь куда-то. Все полные, блядь, а как их бить у меня, если магии нет? Долбоёб. А все по единице, да, отнимают? А, не. Один сдох. Сука. Чё же ящер-то такой слабый, а? Сука, выжила, блядь, мразь. Я не понимаю, в чем прикол ящера тогда. Он какой-то тряпка, блядь. Хорош. Уроды, блядь.
Хоть что-то ты отнял. Ой, блядь. Яха мне прям вообще не нравится. Подлечу, наверное, лучше. Но это уже совсем лишнее, я считаю. Ладно. Отсосал? Урод. Блять, все сломалось. Сюда идешь, нахуй. Сразу сюда идешь. Знаю я вас. Бедного голема, блядь, ковыряют 1000 лет. А, сука. Давай убей его еще, хули. А вот этот очень мощный. Бля, я не знаю, вывезу нет, потому что главный мудила, блядь. Сука, га. Вовремя, но там горгулья, блядь. Там горгулья, блядь. Рота. Ну
Вот это плохо, надо было добивать голема, блять. Я дурак просто. Ой, а этими, с этими ты что делать, блядь? Ну добей его, ну! А, и тут еще одна, блядь. Сука. Хила очень мало у меня. Да ну нахуй, а! Да ну нахуй, блять, ну чё началось? Да хуйня какая-то пошла, блядь. Вот, сука, два раза увернулась. А, тут еще одна, блядь. Это пиздец какой-то бред. Бред пошел ебаный. Ясно. Охуеть, блядь, урон. Да ну нет, опять хуйня пошла. Какая-то шляпа полная, блядь. Какая-то шляпа полная, блядь, пошла. Хера здоровья, блядь. А, ну. Кстати, странно, что не добило. А, ну тут есть еще вот это вот. Да ну хватит, а! Ой, бредовая хуйня, блядь, ебаный лучник, какая же это бредовая хуйня, а? Тут, сука. Я не знаю, что мне с горгульями делать. Да не, это не вытаскивается. Была бы лучница жива, возможно.
ГГ вообще бесполезное дерьмище, блядь. Тварь ёбаная. Ну я тащу, пытаюсь, но это без вариантов. Потому что вот эта сука уворачивается, блядь. Да ну как бить их, как? А если у меня нет лучников, если я хочу без лучников играть в отряде? Вот такой вопрос мне, блядь. Не продумано немножко. Бредовая хуйня, блядь. Наибредовейшая хуйня, которую я видел. Каждый удар промах, ну бред. Каждый удар промах — это бред. И у этого мудака нет ничего, блядь. Кто-то попал, охуеть можно. А, ну. А еще бьют по два раза. А, еще и респятся, блядь. Ой, какой бред ебаный, блядь. Какой ебаный бред, блядь, в этом бою происходит. Нахуя это делать, непонятно. Я не понимаю. Я не вижу смысла просто. Логики, блядь. Ну еще раз! Вот если бы он сейчас второй раз ударил, то может мы бы и выиграли. Блядь, да беги. Ой, заебали, блядь. Я просто надеюсь, что все сдохнут. Один ход, второй. Иди нахуй. Суки, а. О нет. Ну, пожалуйста, блядь, фартани хоть раз в этой ебаной игре, блядь! Ох, ебать! А вот это вообще хуёво. Бля, они его сейчас закроют. Ну да. Всё, пиздец, я себя в угол зажал. Они его закрыли, прикинь. Ебать. Вот уроды, а.
Вот суки, а! А хп-то уходит. Все, пиздец. Блять, вот же ж твари, а! Ну еще раз бы мог ударить, блять, пиздец. Там лучник идет, вот это хуёво. Дай ей ответку, пожалуйста, блядь. А, вот как. Ну все, пиздец. Я пытался. Сука, как они его могли закрыть, а? Вот как, блядь? Какая же хуйня этот летающие мобы, блядь, с ихней воротливостью, блядь, а? Да убивай уже, давай. Главный тоже говна кусок, а не герой, блядь. От него толку нихуя нету. Кусок дерьма, блядь. Да чё ты не сдох-то, блядь, сдыхай уже. Три опыта, блядь. Блядь, как все нормально было. Ну что же они его там зажали-то, а? Кусок говна, блядь. Ай, блядь. Если Феникс ударил баллисту второй раз, все было бы отлично. Но он не ударил. Вот от дракона толку вообще, блядь, никакого не вижу. Надеюсь, ты не станешь говном, пожалуйста. А, все, да. Больше ты и некого, блядь. Неплохо. Блять, ну обидная шняга, блять, конечно. Так, нет, подожди. Блин, звонят как не вовремя. Сейчас, секунду. Так, вернулся, ребятки. Я тут, короче, забыл, блин, починиться, прикиньте. Пиздец, блять. Забыл, прикинь. Ладно. Херли теперь сделаешь-то? Мистер Тряпка.
Многовато. Послабел, по-моему, слышь, чё? А какого ж хрена-то? А какого ж хрена-то? Блин, по двоим хочется ударить. Подошел, да? Ладно. Как же вы заебали меня, а? Блять, волк же коцанный, сука! Ну, ГГ по атаке, ну, полное дно, блядь. Просто полное днище, блядь. Да ну как же ж так-то, блядь? Ну что за хрень постоянно происходит, неведомая, блядь? Вот реальная хрень, блядь. Я никак до монаха не добрался, прикиньте. Ну как так? Ну почему? Ебать! Какой же ящер дно, блядь, ёбаное, а? А, двоих магичек сразу угандошить, да? Ну а хули бы нет-то, блядь. Так, сейчас мой ход. Сука, вот это вот, блядь, летающее тоже бесит. Вовремя, но она подохнет сейчас, блядь.
Не хватит, походу. Так. Главный, блядь, тоже дно ебучее, блядь. Четвертый уровень. Нихуя себе, блядь. Блять, ХП тоже нет. Попади, а. Хорош! Бля, вот днище, а. Урод, блядь. Ну что это за урон, а? А пораньше ты не могла сходить на один ходик, а? На один просто ход пораньше, блядь, а? Вот сука. Именно паучница, блядь. Да ну нет, ну блядь! Ну что ж вы ее сносите-то постоянно, блядь, а? У меня нервов не хватает. Хуйня начинает. Дракон дно, яхо дно, главный дно, блядь. Сука, пол команды, дерьма, блядь. Вот реально, пол команды дерьма, блядь. Смысл так делать непонятно, нахуй. В чем прикол, в чем фишка, блядь? Хуй поймешь, блядь. Ах. Ты можешь уровень второй взять когда-нибудь, нет? Сука, ушлепок. Та хули толку. Мощно, блядь! Сейчас они тут с ним канаебиться будут полчаса, блядь, с этим големом. Как ты заебала. Понятно, что у тебя других вариантов нет, блядь. Сука, слишком умные мобы, блядь. Да иди нахуй, а! Ну какая же бредовая идея респавнить врагов, блядь! Как я это ненавижу, сука, вот... Нахуя это вообще придумано было в этой игре? Нахуя, блядь?
Блять, хиллеров еще нахуй поддамажил. Охуеть. Блять, как я ненавижу эту хуйню, блять. Кто бы знал, а? Как вот он догадался, блять. Слишком охуевшие мобы, блять. Опять волк, блядь, тащить будет. Опять волк, блядь. Опять все началось, сука, с убийства ушницы, блядь. Заебала нахуй эта хуйня меня. Просто блядь, надо было монаха добить. Что я делаю? Да я начинаю хуйню делать, когда вижу, что у меня происходит какая-то хрень. Я просто ненавижу бредятину. Вот реально. Сука, двадцатку сейчас схуярит просто. Ебать, он днище ебучее просто. Одна и та же хуйня выходит, блядь. Блядь, серьезно, сдохни. Блядь, 25 урона, блядь, 20, сука, 5. Какое ж ты дно ебаное, блядь, а? Сука, просто днище ебучее. А не главный герой, блядь. Просто днище ебаное, блядь. Сука, сил не хватает уже. От ящера толка ноль, блядь. От яхи толка ноль. А от кого есть толк, сразу убивают, блядь. Какая ебаная серия, блядь. Один бой не могу пройти. Просто не могу, блядь, и все. Я не знаю почему, но не получается. Ой, блядь. Пошлите еще раз. А что делать? Блядь, не та дорога, сука, еще в этой деревне меня респит, блядь. Все против меня, нахуй. Пойду сохранюсь тут, бесит. Бесит, блядь, просто пиздец. Да не это. Ай, блядь. Ух, так, собрался нахуй. Собрался и разъебал их. Сейчас починюсь. Сейчас за починку затребует, блядь, миллиарды, блядь. Респ врагов это пиздос, нахуй. О, хорош. Сколько? Ну ладно, терпимо еще. Вот за кольцо возьмет 1000, блядь. Ебать.
Она же на следующем ходе, блядь, наебнется. Все, последняя попытка на сегодня. Если не получается, откладываем, ребята. Это пиздец. Это трешак какой-то, блядь. Это какой-то трешак. Респучников это тоже пиздец, блядь. Нахуя? Не понимаю. И так без этого проблем хватает, блядь. Жопу рвать. Только ради этого, блядь. Он там и стоит. Какой же пиздец, блядь. Может сразу юзануть, блядь. А хули бы нет. Ну смотри, один ход, может я успею. Блять, Феникс все равно дамажит. А хрен тебе. Ну тряпку-то надо уебать. Вот скажи, какой толк от тебя сейчас? Вот какой нахуй? Да никакого, блять. Ну, големчики, ходите, блять. Пидорасы. Ща разъебу нахуй. Спокойно. Просто собрался и вынес. Собрался и вынес мусор этот весь нахуй из дома. Вот, одного сразу. А толку от тебя, блядь. Ну все. Лафа закончилась. Я и одного не понимаю, что же вам не имется-то, блядь, ее обить. Как ты добежал до нее, я не понимаю. Монах, сука. Тут лучник. Сюда вставать вообще нельзя, сюда вставать вообще нельзя, блядь. Пиздец. Тварь ебучая.
Ой, под всеми эффектами. Блять, и ее. Ну что же ты ее так не любит-то, а? Да потому что знает, что горгули я ей буду бить. Блять, что-то искусственный интеллект больно охуевший. Но это убивается, ладно. Ну сейчас же хуйня пойдет, я тебе говорю. Вот, 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 блядь, ну тварь ты ебаная! Как этот монах заебал, блядь, а? Не попадет. 50 хп, блядь. Отойди, а. Нет, подожди, он еще не кастанул. Он еще не кастанул, блядь, подожди. А я бы сейчас лучницей в горгулью стрельнул. Но она ебнутая и пизды еще, естественно, блядь. Ой, блядь. Как? Ну как, блядь? Ёбаный рот, еще этого не хватало, нахуй. Ну откуда, блядь? Ну вот откуда они берутся, блядь? Хуй его знает. Твою мать, а? Да. Еще и ты, да? Да. Как же бесит эта вся хуйня, а? А он полный. А, да? Угу. Урод. Просто урод. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шляпа какая-то. Вот хрень собачья, а?
Он до победного там будет жить, я тебе говорю. Как всегда, один голем остается и начинает творить херню. Это пиздец. Это пиздец. Это уже не смешно. Ну давайте разбирайтесь. А, да? Ясно. Вот ты овца. Добей его, пожалуйста. Слава богу, а. У меня уже сил нет и эмоций что-то говорить. А, да? Угу. Да ладно, серьезно? А что же мне сходить-то не дали? А монах умеет просто атаковать, или он по-любому будет накидывать? Да по-любому он будет накидывать. А вот это очень хреново. Я знал, что шляпа такая будет. Ой, повезло сейчас. Ой, повезло. Ладно, он свой ход потратил. Шансы есть. Но небольшие. Бесит, что он живой. Нашел, смотри, а. И опять лучница страдает. Ты запарил хилиц. Добить. Да-да, надо добить. Надо добить. А, ты так можешь, ни хрена себе. Хорошо.
Магия есть на лечение? Не, а. Тогда толку опять от тебя никакого. Толку никак. Да. Это уже не смешно. Сошел со своего места, ну и молодец. Просто попади. Постом попал, но хотя ушница добьет или этот. Там маги еще идут. Не, ну в принципе. В принципе, можно попробовать. Тварь. А он, по-моему, тоже респец. Ну, пускай отвлекается, в принципе. Все, от тебя толку нет. Вплотную встал, ты смотри, что. Хотя почему толку нет? У тебя резист, да. Вот урод. Так, вот теперь мой ход, ребята. Теперь мой ход, ребята. Вот жаль, да, очень жаль. Блин, это очень опасно. Я не знаю, что делать. Его сейчас просто снесут. Вот он, урод. И подставился, и не убил, а. Конченый просто. Повезло сейчас. Надеюсь, это одноразовый респ. Иначе охренею просто. Они же целые у меня. А может палка его? Ну-ка давай посмотрим, просто ради интереса. Неплохо, кстати. Ну да, и резистом она держит его, ладно. Ладно, 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 ладно.
Надо было манной, наверное, ударить. Точнее, магией. Ладно, этот готов. Шесть. Феникс очень хорошо идет. Я бы сказал, шикарно. А, да? Прикол. А чё, может сразу всех врагов заново респанем, чё? Всех врагов заново респанем, чё бы нет-то. Было бы очень даже забавно. Было бы забавно, да. Я поржал бы. Прикинь, сейчас все реально враги опа и респанулись, блин. Да ну не. Если бы не Вок с Яном, я бы не знаю, что бы я тут делал. Вот реально не знаю, что бы я тут делал бы. Надо заканчивать. И Феникс, за вот эта тройка. Надо же Феникса напоследок убить, естественно. Фух, слава богу, а. Очень сложный бой. Потому что бредовость. Рандом. У главного никакой атаки вообще нет. Как им играть, пока не знаю. Но после апгрейда, может, будет все нормально. Да, сори, сори, иди. Сейчас босс на следующую серию. Я сейчас не вывезу, ребят. Просто не вывезу. У меня эмоций уже просто нет. Просто их нету. Два, блядь. Сейчас меч, кстати, сходим, заберем, воскресимся, сохранимся и закончим. Это пипец. Это какой-то пипец.
Ну, я собрал силы, без просто сил уже нет эмоциональных. Вот дракон вообще полное дно, блядь. Дракон вообще полное дно. Ну кто остались? Ты. Ясно. А в следующей серии босс. Пиздос. Да. Все печально. Все печально. Ну давай нормальные показатели. Ну неплохо. Как у волка стало, кстати. Феникс хорош, конечно. Ладно, ребят, давайте закончим. Все. В следующей серии продолжим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. И... Фу, блядь. Всем до следующей серии. Всем пока. Это было очень жестко. Все. Всем пока.